Привет, дорогие друзья, с вами я, Кран, и сегодня мы играем со Стасяном в Battlefield 4. Да, здравствуйте, ребят. Короче, ты паси этот самый, я на запись не буду смотреть по 2 минуты. Ты, короче, если что, танк возьми. Чтобы я... Потому что танк мы просрали уже, а он респаунится ровно 2 минуты. И это печально. А что с тем сервером? Вчерашним. 105. Так нету, не знаю. У меня в поиске все, что находит. Там все забито. Ты думаешь, ты один хочешь играть? О, классно, танк, и что мне делать? Да, у меня все лагает, потому что компьютер не тянет абсолютно при записи вот это все. Мой говняный компьютер. Что, я не знаю, тебя высажут, наверное. Да, я сейчас сдохну. Что-то я... Я, короче, отвык, тут баллистика вообще поменялась, третья часть, и мне это... Да, да. Все поменялось. Вообще все иначе стало. Конечно, в худшую сторону. Как думал, блин, пацан... Так, кричи, что ты опять шепчешь? Пацан какой-то стреляет в меня, я бегу, бегу. Это пацаненок. Я убил кого-то, это радостно. У меня на душе сейчас радость. Ты бы танк... А, танк уже наш ты просрал, да? Ты молодец. Он разве появлялся? Да, он уже катается на нем. Так... Я как бы. Пипец, я доверил тебе самую важную миссию. У меня просто лагает всю. Ну да ладно. Хорошо, у меня скилл прокачан. Вот так вот кто спрашивает, зачем тебе новый компьютер? Который я так и не купил. Потому что, друзья, все на минималках записываю. Я не знаю, FPS 20, блин. И проседает до 10, наверное. Я за пехоту вообще ж не играл, я себя некомфортно чувствую. А ты где? Я жду танк, что ты хочешь? Ждешь танк, а он же катается или нет, или он сдох? Вроде сдох, я не вижу его на карте. Да, нету его. Ну жди, там 2 минуты респаун вроде, если они мне не изменяют память. Слуха, чтобы нас убили потом за 2 минуты. Ну, там меня убили. Да я ж такой рак, я в эти стрелялки играть не умею, я только на танке, на самолете, на вертолете. Ну ждем. Ждем Абрамс. То есть в Battlefield 4, где все проще намного, ты вот выбираешь, где Абрамс должен появиться. И просто клацаешь, так начать, и ты появишься первее всех в этом танке. И на танке, на этой карте, эта карта завод 311. На этой карте веселее всего играть на танке. Потому что карта достаточно мелкая, и в центре зданий кучей. Танк у меня прокачан по максимуму. Ты, кстати, ты зайди пока, прокачай этот танк. Куда зайти? Там есть тепловизор. Не, я уже поставил. Поставился? Угу. Просто я вчера был на втором месте, у меня тоже, я даже его не ставил вроде. Блин, где танк? Ну, в общем, вот так, да, есть на серверах, конечно, что техника респается сразу же, то есть тебя убили, ты попал вот в меню ожидания, и сразу танк уже стоит. Ну, тут, как видим, по стандарту, наверное, 2 минуты. Там осталось секунд 20, наверное. Хотя, может... Шилка появилась. О, все появилось. Вот, давай, появился, вот. Не переживайте, все. Я в тебя сел. Да, карта маленькая, при этом при всем... Абрамс, конечно, кусок говна по сравнению с русским танком. А... Ну, в общем, да, у меня есть тепловизор замечательный. Раньше был зеленый, но он ни хрена не подсвечивал, потому что он, ну, слабо действовал на дистанцию короткую. А вот этот действует на всю карту. Ты видишь эти белые точки. Теплые, тепленькие. Так, а что у нас тут отхватывают? Отхватывают, Стасян, приготовься. Он, наверное, в вагоне где-то сидит, отвечаю. Как всегда, как всегда. Мне страшно потерять танк, будь я не хочу начеку. Терять его. Так, ну мы-то ее отхватим, значит он один. Танк слева, танк! Я выхожу за. Хера, первее стрельнул. Он объезжает вроде. Понял. Чиню занят. Да все. Победа с... Ой, во мне в жопу стрельнут. Кто там? Я сзади стою вообще. Да блин, справа какой-то штурмовик. А, пробежал, зараза. Давай, Стасян, что ты там? Сейчас сзади там чувак появился. Около вагона. Так, вроде все.
Да, то есть теперь пехоту убивать с танка — это одно мучение. Пулемет вообще не берет. Баллистика изменилась. Теперь как будто бы, я не знаю, тут... на какой планете сильное притяжение? На Марсе. Чем больше планета, тем тупее. Ладно, не будем, а то сейчас эксперты в комментариях нас загнобят. Эксперты по притяжению. Ну, в общем, притяжение как будто бы, ну, нереалистичное. Ну, по крайней мере, не то, что нереалистичное. Это понятно, что в реале с танка не стрелял, но по сравнению с Battlefield 3 тут все изменилось. И... в худшую сторону, да. Вообще просто в худшую. Хотя в Battlefield 3, может, оно так и было после последних патчей, да? Но, по крайней мере, на релизе было лучше. Да не, я же играл не так, что лучше все было. На, бабах. Все, разбежались там, короче. Бросили свой. Ты не подъезжай, да? Не снизу опять начну. Нет, на наши же снизу. А я не знаю. Ой-ой-ой-ой, совсем ты посмотри на карту! Я же говорю, не езжай. Ой-ой-ой, они прям. Посмотри! Ну ты молодец, конечно. Да все, все, С4, они теперь модные, С4 бегают. Да? Полюбили этих снайперов. Надо было не заезжать. Ну да, тут, короче, вообще нельзя углубляться. Вот это, считайте, половина карты ДЦ, и туда ехать лучше не надо в такие моменты. Че делаем? Не знаю, я не знаю. Я бы вообще на... респануться на кого-то. По его вертолете где-нибудь. Ладно, я пока на точках побегаю. А ты же титан. Че? Не, я полетаю пока. Ну, говорит, не, хотя бы... Приготовься, потому что через 2 минуты он респанется. Я бы его сидел, ждал, но, блин, на записи это вообще тупо. Да, бегай. Да, у меня, конечно, FPS просто плакать хочется. Надеюсь, зрителей слишком это не побеспокоит. Все-таки... да, я уже сдох. Надеюсь, я компьютер когда-нибудь куплю, если я найду где-нибудь 2 770-х GeForce. 2 штуки. Их не существует просто. В 2 экземпляра видеокарт. Ну где их взять? Где их взять? В замечательной Украине нашей. У нас только по одной выпускают модели 770-х. Каждому в руки по одну. Да, либо сраные асусы, которые стоят, блин, на 5000 рублей дороже, чем все остальные. Не вариант. Как они убивают с одного выстрела? Я не знаю, я просто, друзья, я за пехоту вообще не играю и не играл никогда. Тепловизор, ух ты, танк. Он этот танк появился? Да. У меня тепловизор шикарный. Пересаживайся, я сейчас респаун. Пересаживаться? Я буду сейчас на нем нагибать. Или ты хочешь не управлять? Ну, у меня просто больше фишек открыто. Ну смотри, давай, садись. Садись. Сел. Гони. Давай только не убивай, да подальше. Это печаль, я вообще никого убить не могу. Я стреляю, в другую сторону. Эх, зато как я вспомню, как мы на танках в 3-й, когда... на такое упреждение попадали, дистанцию, баллистику соблюдали, все как правильно, вообще выцеливали за километры. Да? Смотри, ну не дохну, просто... Да пофиг, я вообще... это жесть, просто в спину стреляем, надо 10 очередей. Так, вот где-то тут мина стоит. Чувак, у меня мина взорвалась, и все, 10 FPS. спецэффекты, невероятные спецэффекты. Моя видеокарта сейчас плачет кровавыми слезами. А ты заехала, ну что ты делаешь? Да тут нормально, я не заехал, тут нормально. Кучкуются они тут. Как? Господи, да ты краб, ты краб. Да как ты, С4 просто взрывает его сразу же. Посмотри, сколько людей набежало. Ну это жесть. Да. Хорошая запись получится. Это я буду говорить, это из-за FPS низкого. Да, туда лучше вообще не заезжать. О, говно, блин. Как я его убил? О, магия. Господи. Какого хера 10 FPS, блин? Что? Неужели мой компьютер настолько говняный? Все компьютеры такие. Ах,
А двоих в танке сзади с ОПГ. Просто в упор. Просто в упор. Так, там один еще. Хотя как? А, не, он, наверное, сдох. Я же два там. Север от вашей позиции, похоже, вражеский снайпер. Тут самая печаль, конечно, что долго не поверишь, патроны заканчиваются. А тебе хер кто скинул? Я в танке. Красава, ну если что, подъезжай там. А, я сейчас сдохну. Блин, они, короче, внизу там сидят все. Стасян, они в этих бункерах. Ну, они дурачки, я знаю, да. Сидят, веселятся такие. Они, короче, вот этих, да, это кто? Пересаживайся, пересаживайся, давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Какая кнопка пересаживаться? F2. Сейчас, все, я напрягся, отвечаю. Ты все, я туда хер заеду. Тыши, у тебя тепловизор есть? Нет тепловизора. И как они С4-то умудряются ставить? Я же не могу контролить все. Там вроде мина была. Не, это С4 каждый раз. Рик, сзади громче, я говорю, не вижу здесь угол обзора у этого Апекса. Плохой сзади, когда смотрю на эту башню. О, вертолет. Да он, ты по пехоте стреляй, спидер. Вертолет. Вертолет тоже опасен. Да, но вертолет так быстро не убил. Пехоту я помечаю, впереди бегает. Что это? Вот, вот, вот. Да ум... Стасян, это печально, 10 убил одного, убил одного. Да сейчас... Ура, ура. Чё, я выхожу, чините, да, 14, быстрее. Стасян, у меня просто... Они начинают стрелять по мне, ну, походу, из-за искр. При том, что я в тепловизоре, понял, у меня ВПС просто... У меня до тебя ВПС, все убили меня. Класс, артиллерия. Арта... Даже тут есть. Да. Я не знаю, короче, чё так печально. Сейчас я в настройки зайду, может это спецэффекты. Ну, просто посмотрите, все на низких, друзья. Где ты там увидел? А, проводка сглаживания низкая надо поставить. У меня выключить, в общем, ничего. Вот так. Так, качество эффектов низкое. А, у меня низкое стоит. Нельзя выключить эффекты. Надо. Вот твикер нужен. Так, у меня сглаживание убрал, может сейчас получше станет. А, кто-то уже стреляет, я уже... Да не, хера, взрывы и все. Фризит. Ну, мне кажется, это видеопамяти не хватает, потому что у меня гиг сраный. Они 64 человека поставили, Стасян, это жесть. Заходили на 16 был сервер, сейчас 64. Блин, а сколько у тебя производительность разрешения стоит? 100. Фу, да, это печаль вообще. А, может реально 50 поставить что-то? Да, поменьше поставить. Все на минимум надо, я не знаю. Пошли на вертолете, что? Я не знаю, что делать. Что это же такое, это титулбер. Он пулеметом крупнокалиберного все. А, тебе разрешение такое мутное стало, все, будто разрешение 720p. Ой, да, я поставил, о, какой страшный. Я в танке, блин, ко мне какой-то сел, колосок. О, ну квадратное, да, такое стало, да, у меня, да, глаза, да, уже полезли. А теперь, блин, 200%, оно все четко-четко становится. Я все равно фризы, оно начинается. Мне кажется, из-за видеопамяти нехватки, гига и мало. При записи, я не знаю. Надо сменить, конечно, настройки. Это бред, вообще бред. Никакой оптимизации, никакой. Да, без записи нормально. На высоких даже. Я уже боюсь респаться, блин. При этом при всем я еще в топе по опыту. А. Да иди в жопу, блин! Ой, да... Затрахали. Я опять на тильду нажал. И не понимаю, почему я передвигаться не могу. Где бегаешь? Я в танке вообще. Да я... На точке С. Да, друзья, тут... Я не знаю, что происходит. Стасян, у меня либо лагает, у меня танк телепортируется, FPS 10 в некоторых моментах. Это просто печаль. Ты сам в танке, что ли? Да. Давай, F2. Взорвались. Прям на базе, да? Да, у него около базы сидит, с базукой стреляет. Да, это бред, потому что на 64 человека держит. Да уж. Мышь раки для таких.
Нет, если бы компьютер нормально был, мы бы тут нагибали. Да, понятно, FPS. Не, вот когда бегаешь по лесу и ничего не думаешь, всего 60 FPS вообще стабильно, потом начинается ловушка, дети. Где он делся? Я не знаю, надо кто-то бегать. Стреляет. Ни хера не пойму, кто стреляет. Просто бегать убивать надо все. Танк вообще бессмыслица. И боевой вертолет, или танк. Ну их просто много, понятно, ты, ну ты представь, на твой танк накинутся либо 5 человек, либо 25. Я всем красный. Танк-то один, тут техника не балансится по количеству игроков. Низкий снайпер, да ты шо? Блин, я даже снайпера не вижу. А кто их видит? Со всех сторон просто. Вау, класс. Овощи всякие играют с снайперами. Вот бы фруктики поиграли. Я не знаю, я бегаю как дурак, блин. Это печаль, конечно. Так. Так, по мне уже кто-то стреляет. Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе. Та-ра-та-та-та-та-та. Так. Так, кто тебя убил? Да, снайпер какой-то. А? Ты бегаешь. Да кто-то стреляет, а я на деку, я не знаю, бегу куда глаза глядят. Я пришел к тебе. Да со всех сторон стреляют, Стасян. Вот оттуда, с леса, вон, смотри, стоит. Смотри в голову с выстрела, как? Мушка, что за мушка, блин? Комарик нахер. Это жесть. Я первый по опыту, Стасян. Я думаю, первый по опыту, я же ни хера не делаю. Блин, вы чё, ребята? Да. Хера вы дохнете. Попробуйте с такого FPS. Я на тебя... Сзади, Стасян, там сзади тебе со всех ста... Да совсем... Аааа! Они как муравьи. Тунгуска, откуда ты высрал? А когда убивает FPS вообще 5 нахер. А то я не знал, Артёме, я все знаю. Мне еще меньше. Да я так... Да, блядь, ты... Стасян, где там стоит? А как они убивают сквозь стены? Это как в третьей, да, что ли? Ты забегаешь за стену и вздыхаешь. От полученных ранений. Бывает, да, бывает. Да, да, да. Ну ты запарил, на тебя высаживаюсь и дохну каждый раз. Я вот как бы не старался умирать. Я все КД, я из-за тебя все КД посрал. Кричил на танк. Господи, надо другой сервер искать. Ты шо, это просто бред, когда 64 человека, это мясо какое-то просто бегает. Бесцельно, просто бесцельно бегают, ищут прах и все. Ну, когда дырка в земле. Пацаны в дырке. Я, короче, я по красной линии пробежал на точку А. Сейчас захвачу, опыт получу. Пацаны в дырке сидят, прикинь, внизу. Да, они любят дырки. Нет, тут канализация какая-то. Да, 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 я знаю. Они там тусуются в этих дырках. Щелях. Это же весело. Да. Невозможно. Блять, ну я хотел просто Battlefield записать. Какого хуя оно так тормозит, блять, заебало нахуй. Просто Battlefield, ага.